Перспективы развития этноспорта в Узбекистане. Тема международной конференции, организованной Министерством туризма и спорта. В рамках мероприятия представители профильных ведомств обсудили совершенствование и популяризацию физической культуры и спорта, а также ряд других аспектов. Все детали далее в программе. Открыть для себя Узбекистан через этноспорт и национальные ценности – это девиз ближайших мероприятий в этом направлении, для реализации которого формируются цели, ставятся задачи, а именно популяризация, развитие и становление в мире нашего национального вида спорта, среди которого кураж, турон, стрельба из лука и многое другое. Развитие этноспорта является очень важной частью по сохранению и развитию нашего нематериального культурного наследства, наших традиций, наших обычаев. В Узбекистане подготовлена уже к выпуску энциклопедия национальных видов спорта и национальных игр. Специалисты на протяжении 1,5 лет работали над тем, чтобы собрать информацию, чтобы мы смогли включить и канонизировать все виды наших народных игр и национальных видов спорта. В соответствии с указом о мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта Республики Узбекистан представителями ряда профильных ведомств было достигнуто соглашение о создании Национальной ассоциации этноспорта в нашей стране. Инициатива была реализована в рамках данной встречи. Состоялось подписание официального соглашения о создании и учреждении такой ассоциации и представлении ее нового руководителя. В Узбекистане есть сложный вид спорта – купкары. Мы знаем, что он широко распространен во многих регионах Узбекистана. Борьба на лошадях также является одним из увлекательных видов борьбы. Ранее эти бои организовывались в Узбекистане и Турции на больших мероприятиях, на свадьбах. Узбекский национальный спорт. Национальный спорт большой территории Турции – Анадолу. Это все единое целое. И мы должны сделать так, чтобы эти виды спорта распространялись не только у нас – но и во всем мире. Мы, когда молодыми были, свои детские игры были. Мы забыли. Сейчас наши дети перед компьютером сидят и все. Теперь будет возможность по всему миру ездить и показать наш этноспорт. По мнению экспертов, проведение подобных мероприятий способствует расширению международного сотрудничества в сфере развития спортивного туризма, улучшению имиджа Узбекистана, продвижению его туристического потенциала и возможностей на мировой арене. Также на встрече состоялось и заключение меморандума о сотрудничестве Всемирной конфедерации этноспорта и вновь созданной профильной ассоциации Узбекистана.